игра будет сложная. Вот. Сейчас просто так очки никому не даются. Были моменты, мы их не реализовали. Но меня даже больше другой настораживает, что понятно, что там пришли новые игроки, есть где-то надо притереться, все. Но у ребят после Европы пошла какая-то такая немножко расхолаженность. Вот. Понятно, что где-то и психологически еще, может, не все отошли, но жизнь это не заканчивается, надо работать, надо. Чемпионат продолжается. Вот. Ну, не всеми ребятами довольны в плане такой вот собранности, вот концентрации. Вот. А в целом, считаю, мы были ближе к победе, больше атаковали, все, но ребят еще слышать не нужно. Если есть установка, есть требования, есть то, что мы наигрываем. Если на тренировках это все получается, то в игре начинает каждый играть свой футбол. Тот футбол, который они играли в своих клубах. Ну ничего, будем меняться. Спасибо, вопросы есть. Вопрос. Сергей Витальевич, все-таки как-то непривычно, что «Динамо» в последних двух матчах набрала только одну очко. Это вы так причиной не сказали, но может это и отголосок неудачи питерской? Ну это все вместе. Какой Витебск? Питерск. А, Питерск. Я не расслышал. Не, это, конечно, после такой игры сложно сразу прийти в такое, ну, боевое состояние. Только сильные люди могут так это все забыть и начать еще больше работать, пахать. Вот. Но я думаю, что я уже на этот вопрос частично ответил, что у многих пошла такая какая-то как расслабленность и невыполнение элементарных вот то, что я требую на футбольном поле. Играю свой футбол. Вот он его требовали там 5 лет назад, вот это, он так и играет. Как он видит, так и работает. Ну это же время надо, чтобы сыграться, притереться, особенно в атаке. Если оборону проще немножко наладить, то атака, конечно, должна быть не очень атака. Очень много сегодня было какого-то сумбура, играли верхом, хотя зачем нам подравниваться под гору? То есть я требовал наоборот играть быстро и через фланги, скрывать фланги, потому что центр поля был закрыт полностью. Вот, ну, не все получилось.